курсов по вязанию машинному огромное количество. И я знаю, что перед многими стоит, конечно же, выбор, куда пойти учиться. Я начну с бесплатного контента. Знаете, мне очень часто пишут: «Ой, Торочка, я буду учиться по вашим бесплатным роликам». Или там: «Я учусь по бесплатным роликам на Ютубе». Можно ли научиться по бесплатным роликам на Ютубе? Ну, во-первых, я никогда не скажу, что нельзя. На Ютубе есть толковые ролики, есть очень много бестолковых роликов. Для того, чтобы понять, толковый он или бестолковый, нужно уже уметь вязать. Для начинающего разобраться, толковый это или нет, весьма и весьма проблематично. Можно ли по ним научиться? Ну, чему-то, безусловно, да. Научиться полностью вязать хорошо, так, чтобы это было хорошо-хорошо, чтобы это было круто, и чтобы это было круто и носить, и чтобы это можно было продавать и за это брать деньги, то определенно я считаю, что нет. Курсов очень много. И нет, я ни в коем случае не буду сейчас тут рассказывать и говорить, что, слушайте, мы самые лучшие, мы самые лучшие. Нет, я такого говорить не буду, ни в коем случае. Потому что каждый для себя определяет абсолютно сам, чему он хочет научиться. Я бы посоветовала определять по критериям. Я вам советую просмотреть работы, модели, которым предлагают и чему вас предлагают научить. Потому что у всех абсолютно, у каждого из нас разные критерии. Вы знаете, как, ну, например, для меня я смотрю на вещи, думаю: о боже, какой ужас, кто это вообще носит. А кто-то другой посмотрит на эту вещь и скажет: вау, это же круто. И если вы смотрите работы преподавателя и делаете для себя вывод, что я точно не хочу учиться это вязать, или стоило ли ради таких работ покупать вязальную машину, тратить вообще на это деньги, стоило ли тратиться вообще на хорошую пряжу для того, чтобы научиться вязать вот это, тогда ищите другого преподавателя. Посмотрите, чему вас предлагают научить. Итак, давайте, чем мы отличаем. Первое, чем позиционирует себя наша школа, это подходу к построению выкроя, прежде всего. Потому что я глубоко убеждена в том, что задача, особенно женщин, это себя украшать. Какой бы мы ни были комплекцией, какого бы мы ни были у возраста, одежда призвана служить нам для того, чтобы не только нас утеплить, да, или не только для того, чтобы мы не выглядели голыми, но и для того, чтобы нас украсить, для того, чтобы убрать возраст, чтобы сделать нас визуально моложе, визуально привлекательнее и визуально стройнее. С самого первого курса мы изучаем построение выкроек на собственные фигуры. Я очень большой противник стандартных выкроек. Вот чему я считаю, не стоит учиться, да? Я вас не агитирую, это мое исключительное убеждение. Бесплатных выкроек на полную ростовку, то есть на каждый размер, стандарт 44, стандарт 46, 48, 50, 52, 54. 56 можно набрать в интернете огромное множество. И сделать это абсолютно бесплатно, я не вижу смысла платить за это деньги. Но, может быть, кому-то вообще кажется иначе. Построение выкроек на любую фигуру, на собственную фигуру, мы начинаем изучать с первого курса. После, так сказать, когда-то проб и ошибок, я поняла, что общепринятая система снятия мерок не работает для трикотажных выкроек. И разработала свою собственную систему снятия трикотажных мерок, которая позволяет снимать мерки без опс. Без того, что упс, оказывается, плечи вдруг не на месте. Оказывается, упс, рука вдруг длинная или там выточка куда-то переползла. Мы рассматриваем не только особенности снятия мерок, но и с первого курса мы рассматриваем особенности работы с пряжей, то есть ВТО для разных типов пряжи. К нам приходят некоторые, говорят: я буду покупать у вас отдельные мастер-классы. Ну, во-первых, я считаю, что для обучения все-таки это неэффективно. Нужна система, и начинать нужно постепенно. А не так, знаете, я куплю мастер-класс по двухфантурному жаккарду, и я научусь вязать двухфантурным жаккардом. Лучше все-таки учиться постепенно и системно. В ВТО мы вообще резко отличаемся, потому что у нас абсолютно свой подход к ВТО. Мы противники отлеживаний, потому что это неэффективно.
Это очень легко доказуемо, с чем мы с вами разберемся уже буквально на первом курсе. Хотя я думаю, что с тем, что отлеживание неэффективно, многие из вас столкнулись и самостоятельно. Каждая пряжа, каждый материал имеет свои свойства. И ВТО того или иного вида пряжи производится согласно его свойствам. Для того, чтобы мы получили в конечном итоге ожидаемый результат. Вот так, например, кардиган, который на мне надет, это летний кардиган из молочного хлопка. Длина его рукава, вот как я его связала, так он у меня и остался, хотя ношу я его уже 2 года и ничего с ним не случается. Если бы не ВТО, подходящее к типу хлопка и к данному переплетению, то подметала бы я этим кардиганом где-то там землю и тротуары. А так я его прекрасно ношу. Он пережил многочисленные стирки в связи с тем, что он белый. И, в общем, все с ним хорошо. То есть мы с вами будем учиться разным типам ВТО. Работать мы с вами будем в программах Knit Styler и Design It. Сразу скажу, что на листочках я выкройки не строю и не учу строить. Но если кому-то очень хочется строить на листочках, вы можете это делать. Потому что выкройки на листочках строятся абсолютно аналогично тому, как они строятся в программах Knit Styler и Design It. Теперь, что касается программ, я очень много вопросов получаю. Ой, это что, мне нужно купить программу? Нет, программу Knit Styler мы вам отправляем вместе с первым курсом. Программа Knit Styler не обновляется. Что касается программы Design It, это платная дорогая программа. И если у вас нет вязальной машины, электронный бразер, либо если у вас есть электронная машина Silver Reed с электронной интерсионной кареткой, да, вам нужна программа Design It. Во всех остальных случаях, в общем-то, она не нужна. Потому что, почему делаю на этом акцент, программа дорогая, и если у вас обычная перфокарточная машина, если у вас машина ЛК, если у вас машина Нева, то ну, я просто не вижу никакого смысла, да, машина Нева стоимостью в 10 тысяч рублей и покупать вязальную программу стоимостью в 400 евро. Программа Knit Styler замечательно справляется с построением выкроек. Мы используем ее активно при прохождение курса моделирования, потому что она дает возможность буквально в ней рисовать. Она дает возможность увидеть как бы со стороны пропорции своей фигуры. Она дает возможность со стороны увидеть так себя, как нас видят окружающие. Вообще при любом построении выкроек, при любом моделировании, при любом одевании себя, самое важное – это понимать собственные пропорции. Когда мы понимаем собственные пропорции, мы умеем себя одевать. Особенно это важно для девочек плюс. В основном мы вяжем клиентам именно девочкам плюс. Как правило, мы делаем упор и в обучении все-таки на девушек плюс, потому что на стройных девушек построить выкройку достаточно просто. Хотя тоже есть свои нюансы, которые нужно учитывать. Так вот, чем мы отличаемся от других дальше? Мы очень жестко подходим к внутреннему виду изделия. Знаете, очень часто бытует мнение среди мастеров, среди разных школ. Я лично это слышала, и мне лично это рассказывали наши студенты, которые к нам переходили из других школ, когда преподаватель говорит, какая разница, что там с изнанки. Мы придаем огромное значение изнаночной стороне. Я считаю, что изнаночная сторона должна быть столь же идеальна, как и лицевая сторона, что изделие можно носить с обеих сторон. Это не означает, что вы будете носить его с обеих сторон. Но, кстати, очень многие, я в том числе так и делаю, когда я вообще забываю, какая у меня там лицевая сторона, как, например, вот этот кардиган, я могу носить его с любой стороны, хоть с лицевой, хоть с изнаночной. Более того, это красиво, это круто, это здорово. Сделаю маленькое отвлечение. У нас есть студентка премиум, которая, оплатив полный курс премиум, сказала такую фразу, от которой мне было невероятно, очень приятно. Она сказала: за вашу сборку можно было бы заплатить всю сумму премиум только за вашу сборку. И мне это, несомненно, очень приятно. Так вот, наша школа предлагает огромное множество видов бесшовной сборки. То есть
условно говоря, бесшовной, да, это когда изделие с обеих сторон выглядит идеально. Когда изделие можно носить как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Еще чем мы отличаемся от других? Тем, что мы не учим на образцах. Мы не учим в платной нашей школе вязать носки и вязать шапки. Потому что я считаю, что вязанию носков и шапок, вот тут уж точно 100% можно научиться на канале YouTube и абсолютно бесплатно. Буквально с первого курса мы начинаем вязать изделия. У нас несколько разных пакетов для обучения. Пакеты обучения у нас различаются для однофантурных машин и двухфантурных машин. Также есть отдельные пакеты обучения по двум фантурам. Но если вы купили, приобрели двухфантурную машину и думаете, что я сейчас куплю двухфантурный пакет обучения, я не рекомендую этого делать, потому что все-таки лучше начать обучение с одной фантуры. Также у нас есть усиленный курс по ажурному вязанию. Это был курс ажурный интенсив. Очень удачный, очень успешный курс, благодаря которому у многих из тех, у кого вообще не получалось работать с ажурной кареткой, все получилось. Курс очень разжеванный, который учит буквально слиться с ажурной кареткой, научиться ее понимать, научиться ее чувствовать, буквально стать продолжением ее. И если вы хотите, чтобы у вас был полный ажур-тужур, то я вам от души рекомендую этот курс. Итак, если у вас машина однофантурная, это любая машина Нива, это, возможно, ЛК-150, это, возможно, Лекли, это любая из машин Silver Reed, это любая однофантурная Брайзер, это любая однофантурная Тайо. Абсолютно неважно, какого она класса, 5, 4 или 3. Лучше все-таки учиться системно, это правда. И что лучше все-таки пойти на курсы, чем приобретать у нас отдельные мастер-классы. Все наши видеоуроки очень-очень-очень подробные, в хорошей качественной видеозаписи. Есть мастер-классы, к которым мы подходим подробно и внимательно, когда мы делаем акцент на какое-то, на обучение. И есть мастер-классы, где мы уже не особо углубляемся в детали, потому что он не предполагается, что это для начинающего или среднего уровня. То есть для мастер-класса сложного уровня мы не делаем акцент на какие-то простейшие моменты, которые предполагается, что человек, взявшийся за этот мастер-класс, должен уже уметь самостоятельно и должен их знать. Намного выгоднее приобретать именно пакеты. Ну вот давайте посмотрим, например, что входит в курс Light, который состоит из трех пакетов. Сразу скажу, что стоимость пакета, рассчитанная на 3 месяца обучения, стоит 10 800. Пакет Light повторяет в первом, втором и третьем курсах пакеты стандарт и полный курс для начинающих. Пакет Light – это облегченный пакет. Первый урок будет у нас с вами введение и знакомство. Далее вы получите подробный видеомастер-класс «Правильное снятие мерок для трикотажных изделий по моему методу». Далее у нас с вами выполнение индивидуального манекена, тоже видеомастер-класс «Подготовка вязальной машины к работе». В этот раз мы включили в курс «Галопом по машинам». Это, кстати, довольно-таки большой видеокурс, где разбирается кнопочки, рычаги, переключатели, ручки выбора узоров вашей машины и как ими пользоваться, а также как проверить вашу новую машину на предмет, например, исправности. Далее подготовка пряжи к работе, различные виды моталок. Если вы еще не определились с видами моталок, то у вас будет возможность это сделать. Несколько видов наборных рядов. Выполнение первого из изделие снуда, мастер-класс. Первый вид невидимой сборки, петельная сборка. Влажно-тепловая обработка ВТО или как подготовить пряжу к работе. Обучение по работе с программами KnitStyler и DesignKnit. Закрывает курс первый вязание классического топа. Туда войдет построение выкройки, вывязывание горловины, выкос плеча, убавки, прибавки, частичное вязание. Для тех, кому неудобно сразу оплачивать полный пакет, весь этот курс, все то, что я перечислила, стоит всего лишь 3600 рублей.
Это огромное количество часов и огромное количество проделанной работы. Второй курс начнется с ответов на вопросы по предыдущему курсу. Далее у нас оформление беек, планок и горловин, мастер-класс, который отдельно стоит практически как сам курс. Трейлер можно посмотреть по ссылке. Оформление края изделия для однофантурных машин, мастер-класс. Мастер-класс, который очень многие любят, и я знаю, часть моих студентов, кто уже зарабатывает на вязании, уже столько своим клиентам перевязали именно этот джемпер, и многие его любят. Я его, кстати, люблю. Я этот джемпер уже тоже вязала множество своих клиентов. Джемпер пластированием капучино. Вот такой джемпер мы с вами будем вязать с горизонтальной нагрудной выточкой. Благодаря красивой сборке джемпер, вот как представлено на фото, можно носить с обеих сторон. В третьем курсе для начинающих мы будем не только теоретически разбирать реглан и вточной рукав, но и вязать изделия, а также поперечное вязание. В третьем курсе, который завершает курс Light, у нас аж 3 изделия. Цельно вязанный свитер Basic в поперечном направлении. Вот этот джемпер, который вы видите. Вообще в третьем курсе у нас 2 изделия, которые очень любят наши студенты, которые потом очень много вяжут его на заказ для своих клиентов. Потому что наши клиенты и ваши клиенты тоже любят эти изделия. Это свитер Basic, который мы уже в каких только вариациях его не вязали. Из шелка, из шерсти, из хлопка, из вискозы. Он был уже во всех вариантах, в том числе и гидмохер, в котором ни единого видимого шва. Естественно, его можно носить с обеих сторон, и это в третьем курсе. Кардиган. Роскошь, кардиган на молнии с рукавом реглан. И для того, чтобы усложнить, так сказать, рукав реглан, мы сюда добавили еще косы и капюшон. Поперечно вязаную тунику. Туника нежность, это летняя туника. Здесь она выполнена из хлопка с частичным использованием платирования, с цельновязанными рукавчиками. В общем, вот такая вот интересная туника. Еще раз повторю по стоимости. 10 800 стоит полный пакет и 3 600 рублей стоит в месяц по курсово для тех, кому неудобно оплачивать пакет сразу. Далее у нас курс стандарт. Включает в себя первые 3 курса Light. На четвертом курсе снятие мерок для юбок и построение базовой выкройки. Очень объемный, очень подробный мастер-класс. В мастер-классе по снятию мерок на два разные типа женской фигуры. Показаны и объяснены основные принципы снятия мерок. Очень подробно, очень разжевано. Вязать будем аж две юбки. Это юбка ГД и юбка 4 клинка. 2 видео мастер-класса по юбкам. Юбка ГД плюс юбка 4 клинка. Далее мастер-класс вяжем кармане на одной фантуре. Снятие мерок для брюк и вяжем спортивные брюки. Как видите, тоже очень-очень насыщенный курс. И это всего лишь 3600 рублей символически. Далее у нас идет 5-й курс. У нас завершает вязание вот этого чудного жакета. Жакет можно выполнить как однотонные пряжи как на центральном фото, так и в виде платирования. Опять же, этот жакет у меня двусторонний, несмотря на то, что вроде бы как он и с косами. Да, но тем не менее он у меня двусторонний. Я не буду вам подробно сейчас дальше рассказывать и пересчитывать, что у нас там дальше в курсах. Вы можете зайти к нам на сайт и посмотреть самостоятельно. Чем еще мы отличаемся? Давайте. Я вам обещала, что я не буду говорить, что мы самые лучшие, хотя многие так и считают. Это здорово. Мы отличаемся действительно тем, что мы очень разжеванно подаем материал. Знаете, многие боятся, ой, а вдруг у меня не получится. Я вооружаюсь принципу, и зайцев можно научить курить. Знаете, одно дело уметь вязать, и другое дело уметь научить вязать. А вот здесь я могу без ложной скромности сказать, что я умею учить, умею объяснить. Так, чтобы понял каждый. Кстати, вот по поводу «хочу поучиться, но пока не на чем».
Во-первых, для жителей Симферополя, если у вас нет вязальной машины, вы можете прийти к нам, начать учиться на наших машинах, а потом уже определиться с тем, какую же вы хотите машину иметь. Знаете, у нас несколько таких случаев было. Когда к нам приходили учиться люди, я с удивлением узнавала, что у человека вообще нет вязальной машины. Для меня это было удивительно. Как? Зачем же вы пришли? Но я решила, что я вот посмотрю там месяца 2-3, и почувствую, шевельнулась, нет, и вообще разобраться, да, какая же машина мне нужна. Это один из самых распространенных вопросов, а как выбрать вязальную машину? Какая лучше, Silver или Brazier? Знаете, лучшая та, которая есть у вас. Выбирать электронную или перфокарточную. Перфокарточная машина вяжет раппорт рисунков, в зависимости от модификации машины, 18 или 24 иглы. Электронная машина не ограничена в раппорте рисунка и может вязать раппорт рисунка хоть на всю игольницу. Если вы большой фанат рисунков, конечно, вам стоит выбрать электронную машину, если еще и позволяют финансы. Стоит понимать, что если вы приобретаете электронную вязальную машину, к ней необходимо приобрести вязальную программу, потому что очень многие приобретают электронный бразер, а потом с удивлением узнают, что оказывается, к ней нужно еще и купить дизайнит, который стоит еще плюс 400 евро, и плюс еще и нужно к ней, оказывается, купить шнуры, блок питания. Это еще дополнительные расходы. Плюс 80 евро датчик, плюс 200 евро шнур. Итого выходит еще плюс 100 и 700 евро нужно на то, чтобы ваша электронная машина Brazier работала как электронная машина. Если нет, она будет работать просто как машина со встроенными в нее рисунками. Либо придется программировать ее кнопочно. Кстати, муторное занятие – это кнопочное программирование. Вот из серии, знаете, когда можно, но не нужно. Я бы этим не занималась. То есть могу показать, как это делается, но сама делать это для себя никогда не буду, потому что просто огромная потеря времени, когда тогда как можно в электронной программе запрограммировать любой рисунок, потратив на это буквально несколько минут. Я когда-то думала, что я фанат рисунков. Оказалось, а нет, глади больше вяжу. Должна признаться, так очень многие. Думают вначале, что я фанат рисунков, хочу рисуночки, хочу. В итоге покупают электронную машину. Поначалу очень хочется взять рисуночки, потому что машина электронная, куча вроде как возможностей. Потом заканчивается все тем, что чаще всего вяжут гладь. Или английскую резинку, которая никогда не выходит из моды. Либо косы. Косы – это ручная докировка. Каретки для кос не существует. Поэтому стоит ли тратить серьезные деньги на электронную машину, я бы советовала вам подумать. Если у вас перфокарточная машина, которая стоит на порядок дешевле, чем электронная машина, вы также можете вязать, если вам хочется рисунков, хоть завяжитесь этими рисунками, потому что перфокарт можно делать огромнейшее количество. Действительно, перфокарточной машины, как правило, хватает. Это я говорю, несмотря на то, что у меня две электронные машины. Я все равно говорю, что, в общем-то, они у меня есть, но я просто не являюсь большим фанатом рисунков. Но я знаю, что есть люди, которые являются. То есть, если вы собираетесь вязать на заказ, или если вы планируете в будущем открывать свое мини-ателье или свое ателье и вязать на продажу и на заказ, то, конечно, вам нужна электронная машина. То есть в том случае, если вы планируете учиться вязать с расчетом на будущее, что вы будете вязать на заказ, вы будете вязать на продажу, тогда, безусловно, нужно. Итак, я уже сказала о том, что для однофантурных машин мы предлагаем 3 пакета для обучения. Имеются в виду любые однофантурные машины. Под любыми однофантурными я подразумеваю и в том числе машину Нива, и в том числе машину ЛК, и любую однофантурную Brazier, и любую однофантурную Silver. Для владельцев же двухфантурных машин. Сейчас я говорю о Brazier, Silver и Toyota. Сразу скажу то, что машины Passat по исключению вам не подойдет наш пакет
пакет премиум, если у вас машина Passat. У меня были Passat, я работала на Passat, но у Passat другой принцип работы, немножечко другой принцип работы, поэтому мы не можем брать на обучение тех, у кого Passat, потому что у меня сейчас в данный момент Passat нет, и я не планирую его приобрести. Не очень они подходят именно для моих целей, потому что действительно я очень люблю именно конкретно бесшовные изделия. По САПе это сложно. По САПу он больше все-таки машина для, на мой взгляд, честно, для поточных вещей. Нужна ли кетельная машина или нет? Я вам скажу так, у меня есть кетельная машина. Иногда я даже ею пользуюсь. Я ею пользуюсь в редких случаях, когда, например, человек хочет сэкономить на сборке. Хочет платить, например, за бесшовную сборку, и его устраивает кетельная машина. Но я делаю это крайне редко. У меня есть несколько учениц, для которых вязание после обучения у нас стало основным видом заработка и постоянной работой, которые имеют свои ателье. И вот я у Зоеньки спрашивала, пользуется ли она кетельной машиной. Она сказала, что нет, потому что настолько ее клиентам нравится именно наша бесшовная сборка, что кетель она прибегать даже совсем не хочет. Для начала обучения кетельную машину покупать определенно не стоит. Я вам рекомендую поучиться у нас, уже через полгода определиться, хотите вы ее или нет, нужна она вам в принципе или нет. Так, о двухфантурных машинах. Знаете, если говорить о том, какая лучше, какая хуже, вот Silver или Brazzer, мне кажется, что это настолько вопрос. Владельцы Brazzer всегда кричат, что Brazzer лучше. И он говорит, фу, Silver, фу-фу-фу, вот Brazzer, вот эта машина. Да? Владельцы Silver говорят то же самое. Если меня спросить, какая мне лично больше нравится машина, мне нравится, я очень люблю перфокарточные сильверы. Если говорить о перфокарточных машинах, я всегда предпочитаю сильвер по многим причинам. Ну, во-первых, сильвер более тихо работает. Если вы живете в доме, это несущественно. Если вы проживаете в квартире, достаточно такой существенный момент. Сильвер работает действительно тише. На Brazzer больше аксессуаров. Ну, я с этим не согласна. На Brazzer нужно действительно приобретать чуть больше аксессуаров, чем на сильвер, может быть, но это не точно. Смотря какой Brazzer и смотря какой сильвер. Например, вы можете приобрести Brazzer, вы можете приобрести сильвер со встроенной интарсионной кареткой. Тогда вам не потребуется приобретать отдельно интарсионную каретку. К сильверам, к электронным сильверам, да, я сейчас говорю об электронных сильверах, у электронного сильвера есть преимущество в том, что есть электронная каретка AG50. И это существенное преимущество, потому что у Brazzer такой электронной каретки интарсионной просто нет. У Brazzer, с одной стороны, идет как дополнение к машине ажурная каретка. Преимущество ажурной каретки Brazzer и Silver, если сравнивать, есть свои плюсы, есть свои минусы и там, и там. То есть у Brazzer, у Silver ажурная каретка одновременно докирует петли и провязывает ряд. То есть вы работаете одной кареткой ажурной, вы ей и докируете петли, то есть переносите петли для того, чтобы образовывался ажурный рисунок. И одновременно их провязываете. Тогда как в машине Brazzer ажурная каретка поставляется вместе с машиной, она входит в комплектацию с машиной, но она только выполняет докировку. Здесь тоже есть свои плюсы и свои минусы. Простейшая каретка ажурная Brazzer, которая только лишь докирует, отличается большей степенью надежности, чем каретки Silver. Так как она выполняет одну единственную функцию, сало Brazzer двухфантурный идеален, Silver более капризны, это про неэлектронное. И здесь я с Ольгой соглашусь абсолютно. То есть, если вы планируете вязать на продажу, на заказ, то я считаю, мое глубочайшее убеждение в том, что электронная машина Silver 840 не предназначена для убойной работы. Перфокарточные Silver могут действительно работать на убой. Электронные 840 точно нет. Brazzer же, в общем-то, машины неубиваемые.
Но если говорить о перфокарточном Сильвере, это шикардосная машина, которая не уступает по износоустойчивости бразерам. Слабое место у электронных Сильверов – это мозг машины, который находится в основной каретке. Очень многие умудряются убить этот мозг, кстати, очень быстро, и чаще всего это происходит из-за неправильного ухода за машиной. Я знаю, что на Ютубе есть несколько роликов, которые вот буквально учат вредить машинам. Я вам процитирую дословно, возможно, кто-то из вас даже знает, что это за ролики, знает их авторов. Звучат они пожелания, да, и рекомендации по уходу за машиной звучат так, что машину буквально залейте маслом. Залейте маслом и переверните каретку. Так вот, если вы это проделаете с основной электронной кареткой Silver, то считайте, что можно, вот знаете как, можно отмерять время до смерти каретки, до того, как каретка начнет глючить. Именно глючить. Она начнет неправильно считывать рисунок, она начнет спотыкаться и выдвигать неправильно иглы, правильно производить отбор игл, она будет ошибаться с рисунками, и в конечном итоге она просто перестанет считывать корректно рисунок, либо частично, либо вообще. Потом, после таких вот экспериментов, в сети появляется много вопросов. Ой, что-то вот у меня каретка Silver электронная неправильно считывает рисунок. Или люди грешат на программу. У меня программа вот неправильно дает рисунок. Программа дает его правильно, его неправильно считывает каретка. Масло попадает в электронику, которая находится непосредственно в самой каретке. И вы знаете, что убрать масло, вот попробуйте пролить масло на пол, да? Его с пола не так легко оттереть. А когда, даже если вы залили маслом каретку, и вы сверху потерли, масло попало вовнутрь, вы ничем его оттуда не извлечете. И, естественно, это масло портит электронику. Ну и плюс вредные советы про ВД-40. Ну, с ВД-40 это вообще, кстати, их очень много форумов забиты буквально советами про ВД-40. После применения ВД-40, если вы услышите характерный такой вот, знаете, мерзопакостный скрежет, который издает каретка при движении по рельсам, по игольнице, проходя через иглы, не удивляйтесь, это ВД-40. Удалить следы ВД-40 не так-то просто, как кажется. Вот здесь нужно брать промасленную ветошь и тщательно-тщательно-тщательно протирать каждую иглу для того, чтобы удалить остатки и следы ВД-40. Теперь о курсе премиум расскажу. Курс премиум рассчитан на то, что, закончив курс премиум, вы будете вязать, владеть машиной так же, как и я. Почему я говорю почти так же? Потому что я на самом деле, вы знаете, хотя, несмотря на то, что мне многие говорят, зачем же вы учите таким нюансам и таким секретикам? Вот обычно нужно оставлять секретики для себя. Я лично считаю, что я не вечна. У меня двое сыновей, которые, ну, вот как я не старший вообще не хочет вязать, ну, а младший иногда хочет, на него находит, но не заберу же я на тот свет свои знания. Поэтому мне приятно, что люди будут вязать, зарабатывать и меня добрым словом вспоминать. Это здорово. Поэтому я действительно не скрываю нюансов и с удовольствием ими делюсь со своими учениками. Поэтому курс премиум рассчитан на тех, кто страстно хочет научиться вязать круто. Он полный, он рассчитан на тех, у кого двухфантурная машина. Опять же, я не буду сейчас вам зачитывать и показывать состав курса премиум. Вы можете просмотреть его на нашем сайте. Курс очень подробный. Он рассчитан на год обучения. Естественно, если вы работаете за год, вы его не освоите. Но даже если вы освоите его дольше, чем за год, абсолютно ничего страшного. Курс очень наполненный, очень объемный. Он включает в себя вообще все-все-все. Работу с двумя фантурами, работу с ажурной кареткой, работу с интарсионной кареткой. Очень много изделий. Вы можете посмотреть состав курса на сайте. И полный курс моделирования. Курс очень-очень насыщенный. Если разбить его, опять же, на раздельные мастер-классы, то стоит он, в общем-то, очень даже не совсем недорого. Стоимость курса отдельно 10 тысяч рублей в месяц. Полный курс стоит 120 тысяч рублей в год, за год.
включает в себя 12 полных. Курсы ВБВ. Вот у меня спрашивали, можно ли учиться по курсам ВБВ. Курс ВБВ не является обучающим курсом. Это курс «Вяжем быстро вещи». Там есть действительно классные технологии, интересные всякие плюшечки. Там есть всякие, знаете, приемчики, как я говорю, с подвывертом, которых вы нигде не встретите, потому что какие-то элементы я вообще придумывала на ходу буквально для вот того потока курса, который шел. В мае у нас вообще месяц такой уникальный. Ну, во-первых, в мае один из наших любимых, я знаю, верю в это, да, с многих с вами праздников любимый, это День Победы. День Победы в Великой Отечественной войне. В мае у нас день рождения нашей школы, онлайн-школы, потому что именно в мае 2015 года мы создали онлайн-школу. И поэтому мы делаем скидку 25% в честь дня рождения нашей школы, в честь победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Мы делаем скидку 25% на все пакеты, кроме пакета Light. На пакет Light мы никогда не делаем скидку, просто потому что мы так уже, ну просто некуда там уже делать скидку, это же совсем неприлично. Студентов премиум потока есть преимущество такое вот большое, что они имеют пожизненную скидку в 30% на любые материалы, выпускаемые нашей школой. Ну, а для тех, кто не хочет вязать, но хочет иметь вязаные изделия, вы можете заказать у нас, например, летний топ. У нас открыта еще запись на июнь. На май запись уже закрыта, а на июнь вы можете заказать себе шикарный летний топ. Итак, 15 числа мы стартуем, 15 числа начинаем. Кто хочет присоединиться к новому курсу обучения и стартануть с нами 15 мая, милости просим.